Привет, привет! Привет, привет! Меня зовут Егор. Меня зовут Алиса. Алиса! И что вы сегодня будете делать? Динь-динь! С песка! Картину из песка? Да! Динь-динь! Динь-динь? Да! А, фея Динь-динь! Динь-динь! Да. Ну, давайте посмотрим, что там за фея. Давай, Егор, открывай. Мультик такой есть, фея Динь-динь. Да, из ягодки появился большой... Из ягодки? Кто появился из ягодки большой? Бабочка. Бабочка из ягодки? Из ягодки. А, нет, птичка. А, птичка. Да. Ну, здорово. Ну, давайте сейчас смотреть, что здесь будет такое. Динь-динь. Да. Что там в коробке есть? Ну-ка, давайте. Вот, я вижу. Вот. Давайте коробку открывать и посмотрим, что там в коробке. Ну-ка. Смотри, Бог. Так, это что такое? Динь-динь. Динь-динь. Даже не видно даже ее. Ну-ка. Что там? А, ну так там, наверное, потому что на эту картину песок надо сыпать, да? Да. Давайте посмотрим, как это у вас получится. Пап, как надо... Это песка столько много цветного, да? Как это надо... Алиса, ну-ка посчитай. Давай, Алиса, посчитает, сколько здесь получается? Вся шейбушка долго мне. Ну-ка давай. Ну ты считай сразу. Давай, Алиса, сразу считай. Ну, сейчас я еще шкаду все пешки. Ну, давай. И посчитаешь, да? Да. Давай. Сейчас Алиса нам посчитает, сколько здесь цветного песка всякого. Эй, смотри, я не так. А это в рамке нужно делать сразу или нет? Да. Нет. Нет, без рамки? А песок не рассыпется? Нет. Не рассыпется, точно? Так, ну Алиса, давай считай. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, восемнадцать. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать. Ну, не досчитала маленько. А теперь давай цвета называй. Цвета называй, какие цвета. Давай цвета называй, Алиса. Не, ну и по-русски, и по-английски. Pink – это розовый. Pink – это розовый. Давай сначала цвета по-русски называй, потом по-английски. Потом будете собирать. Pink. Pink – розовый, да. Purple. Purple – фиолетовый. По-русски-то тоже называй. Blue. Blue – голубой, blue. Правильно. Red. Red – красный, молодец. Егор уже что-то там делать собрался. Черный, коричневый, по-моему, там. Коричневый. Коричневый, как по-английски? Brown. Браун, правильно. Желтый, yellow. Молодец, желтый, yellow. Зеленый, green. Зеленый, green, молодец. Черный, black. Черный, black. Ой, что это такое? Это, наверное, ну, пускай тоже будет коричневый. Как коричневый? Brown. Браун. Белый, white. Белый, white. Так, Егор уже что-то начал делать. Ну-ка, давай, Алиса, будешь помогать. Ну-ка, что? О, красота какая! Я тоже! Давай. Я хочу розовый. Егор, давай, пускай Алиса тоже какой-нибудь цвет сделает. Помоги. Помоги ей открыть. Какой цвет? Подожди, сейчас Егор какой цвет откроет, и ты туда будешь насыпать, да? Бабочку. Бабочку? Да. Ну, давай. Розовый. Розовый. Пинк, да? Пинк, да. Какой мне нравится? Нет, вот этот. Нет. Нет, там розовый же нужен. Давай, сейчас Алиса будет насыпать, да? Потихонечку, Алиса, потихонечку насыпай. Егор, показывай, куда сыпать. Так. Молодец. Молодец. Получается? Да. Молодцы. А, на улице
хватает. Как это не хватает? Я хочу. Ну давай, Егор, дай, пускай Алиса тоже ручкой размажет. Только потихонечку, потихонечку. Сейчас Егор тебе даст, там песок закончился. Егор тебе даст еще. Вот, давай ручкой теперь проводи. Вот, молодец, Алиса. Делает. Так. Розовая ручка у Алисы, да? Да. Здорово. Ну, сейчас у нас фея какая-то должна получиться красивая, да? Да. Фиолетовый. Фиолетовый? Как фиолетовый по-английски будет? Purple. 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 Ну, здорово получается. Давайте дальше. Пеппу хочу. Так, посыкаю. Так, ну сейчас давайте, открывай ей тогда, где фиолетовый цвет. Пускай она сделает фиолетовый, раз ей фиолетовый нравится. Вот! Нам сейчас нужен зеленый. Ищи, Алиса, зеленый. Где зеленый? Так, а там есть светло-зеленый, есть темно-зеленый. Какой вам нужен? Вот этот. Вот этот? Да. Точно? А там на картинке есть? Показано как? Да. Ну давайте вот этот берем. Я хочу тоже. А сейчас? Сейчас Егор тебе откроет, и ты будешь насыпать, да? Вот этот. Да. Ой, он весь розовый. Ну какой он розовый? Он зеленый. Он розовый испачкался. А, розовый испачкался? Ну ничего страшного, он же в мешочке. Кстати, нет, тут нужен синий. Синий? Да. Ну, берите синий. А вот он. Да. А, там еще запасной получается? Так. Как же теперь сделать? Так, что-то авария какая-то произошла. Смешно так. Приколисты-приколисты. Приколисты-приколисты? Да. А с розового потом синий уберется? Нет. Нет? Уберется. Уберется, Егор говорит. Он там уже присутствует. Я люблю вот это. Ну, сейчас, значит, будешь это делать. Ой, какая красота-то получается, а? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка. Во, какая красота. Ну, давайте дальше делать. А платьишко должно быть зеленого. Вот этот. Это какой будет дальше? Зеленый? Да. Ну давай, Алиса будет зеленый насыпать, да? Да. Я сюда покажу. О. Это все зеленый, что ли? Да. Да. Ну давай тогда, Алиса, насыпай зеленый. Сейчас. Егор сейчас откроет, и ты будешь насыпать. Да, да? Я сама только. Да, конечно. Ой, будь здорова! Ой, будь здорова! Алиса, давай, помогай Егору размазывать. Аккуратненько только. Аккуратненько ручкой проводи. Эй, дай! Ты несколькими пальчиками сразу, а то одним неудобно. Вон, видишь, как Егор ручкой несколькими пальчиками делает, так и ты делай несколькими пальчиками. Ой, красота какая получается. Ну, сильно так не надо, а то... Ну, так получается. Так получается? Да. Ну, здорово. У Алисы цветные руки. Какого цвета у Алисы руки получились? Пинк и грин. Пинк и грин? Так, ну-ка, Егор, показывай, что там у вас получилось. Ой, какая картина красивая получается. Давайте дальше. Смотри, на стол красивый. И стол красивый. Так, где же наш зеленый? Я вот он. Так, сейчас еще зеленый будете насыпать, да? Ну-ка, давай, Алиса. Алиса, помогай Егору.
Ну, сейчас Егор уже зеленый открыл. Сейчас зеленый насыпите, а потом будете фиолетовый. Я буду. Да, это ты будешь. Это мой самый любимый цвет. Угу. Да. Да, у Алисы сердечки на футболке такие. Да. Фиолетового цвета есть. А у тебя разного цвета сердечки, да? Какого цвета у тебя сердечки на футболке? Red, yellow и pink. Да? Смешанный. Черный black и коричневый браун как будто да, бы смешанный. Да. Ну, наверное. Наверное. Так, что-то у Егора там пауза затянулась, да? Что там не получается? Получается. Получается? Да. А что здесь не тается? Этот пока не надо открывать. Сейчас вы сделаете, надо же по порядку, а то он рассыпется и все, и не хватит. Так, какой сейчас цвет? Зеленый. Зеленый. Давай, Алиса пускай насыпет. Вот это. Да. Дай Алисе, пускай Алиса насыпет. Егор, показывай Алисе, куда насыпать. Вот. Молодец, Алиса. Вот как получается у Алисы. Какой цвет это у Алисы? Грин. Грин, зеленый, да? Все, молодцы. Ну, здорово, как получается, а? Ну, давай размазывай, размазывай, помогай. Видишь, Егор делает, это же нужно быстро, чтобы она засыхала. Красивая картина из песка получается, да? Класс, Ирина. Класс? Какая красота, да? Beautiful. Пепл? Ну, давайте, пепл. А вот где пепел нужен? Сейчас Егор фиолетовый отклеит и будешь свой любимый цвет насыпать, да? Твой любимый цвет какой? Пепл! А по-русски? Пепл. Но это по-английски пепл, а по-русски? Пепел. Да фиолетовый по-русски. Пепл. Пепл по-английски, фиолетовый по-русски, да? Да. Ну давайте делайте пепл. Конечно, поаккуратнее насыпать. Я! Егор, с этой стороны, а ты с той стороны. Егор, дай, пускай она с той стороны насыпет. Я хочу то! Я! Во, помогай, помогай Егору. Ой, красота какая. Что-то вы всю картину фиолетовым размазали. Вот так я могу, вот так я. Все. Все. Ну-ка. О, какая красота получилась. Здорово. Ну что там, еще много остается чего? Нет. Ну что-то цветов еще много, песка много осталось. Алиса, посчитай, сколько песка осталось. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну ты уже по нескольку раз один и тот же посчитала. Что-то я так думаю, там штук 8 осталось, мало. Наверное. Мало? Ну, не знаю, делай как-нибудь, прицепляй. Так, что там, фея сейчас, да, будет? Да, теперь прическа такая. Прическа? Прическу феи будете делать? Да, зеленый. Понятно, вы сейчас будете стилистами, да? Да, стилистами, парикмахерами. Да. Будете феи делать прическу. Красивую. Да, вот эту. Как прическа будет называться у феи? Yellow. Ну, yellow это цвет такой будет песка. А прическа как будет называться? Придумали? Я не знаю. Не знаешь? Ну ладно, будет просто универсальная какая-то прическа. Прическа для принцессы или для феи, да? Вот так. Вот это. Ну хорошо. Да. Сейчас Егор там поле деятельности подготовит и будете делать принцессе прическу, да? Я сама только вот так. Сама? Да, я тут буду только поаккуратнее. Конечно, надо поаккуратнее.
Да. Какой стол у вас цветной получился? Да. На столе тоже, наверное, что-то можно нарисовать, да? Вот классный, или зеленый, или желтый, или черный. Нет, или... этими-то вы будете рисовать на картине. Раньше с мужем, ну, вот это вот самое подходящее. Вот это. Нет, ну волосы-то не красные это... должны быть. Да. Это будет покрытие. Так, что там сейчас будете делать? Прическу, да? Да. Но сама хочу обрезать. А у тебя не получится обрезать. Ты будешь насыпать и разглаживать, да? Да. Я хочу. Ну, Егор, дай пускай Алиса тоже насыпет. Да. Алиса, аккуратненько только насыпай. Насыпай. Все, насыпала. Теперь размазываете, да? Ой, что-то какая-то страхота получается. Лицо. Лицо? Что-то там страшное такое получилось или нет? Нет. О, красота-то какая. Ясно. Это ободок, наверное, получился, да? Прическа. Да, опиши ободок. Ободок от прически, да? Какие у Алисы руки цветные, да? Да. Так, теперь что? Желтый прическу делать. Ну, насыпай. И размазывай теперь ручками. Так. Прическу уже Егор с Алисой заканчивают. Закончили? Да. Так, молодцы. Еще лицо надо. Ну, сейчас будете лицо делать. Ну, уже какая картина красивая получается, да? И бабочки надо. И бабочки? Да. Они будут ну, сейчас делайте. Так, сколько там песка осталось уже? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Нет, а тот-то ты посчитал, он уже открытый. 5 всего тогда получается. Red. Red? Да. Нам сейчас красный не нужен. Красный это на губы вам только нужно будет, наверное, да? Да. У феи только губы же красные. Так, что нам типа нужно? Для кожи. Ой, какие у Алисы руки цветные. Для кожи цвет для кожи. Ну, для кожи телесного цвета вот этот, наверное. Какой? Вот этот? Да. Вот этот? Ну, наверное, самый светлый, который. Вот этот? Ну, наверное. Они одинаковые, наверное, да? Почти. Ну, значит, делай вот этот. А вот этот вообще обычный песок, без красителя. Ну, вот, значит, он для кожи подходит телесного цвета. Я хочу! Я! Ой, какая бурка! Он получился у нас. Давай, помогай Егору. Лицо! Нет, лицо вы потом будете делать. Да? Так, ну-ка, что там уже получается? Цветной стол у нас получился. Во, какая красота! Цветной стол. Цветной стол. Так, что там еще осталось? Ой, какие руки у Алисы. Красивые, да? Да. Что там еще получается осталось? Лицо. Пап, когда мы делаем фейзидин, а потом бабочку. Да, потом бабочку будете делать. Да. Сейчас лицо будете феи делать. Лицо цветом неизвестным. Вот этим. Ну вот, нет, там посветлее лицо. Вот этим, наверное, да? Да. Что, вот этим? Ну, я не знаю. Посмотрите, а на картинке там сильно отличается? Или нет. Таким же? Таким же. Ну, делайте, значит, таким же. Губки!
Губки? Нет, а губки красным цветом будете делать. Да. Я буду только шипать, только пишу. Да. Алиса будет губки делать. Алиса девочка, Алиса будет феи губки красить, да? Если мы только будем. Все, у нас лицо бедное. О, красотища. Ну-ка, показывай. Смотри. Какая красота. Еще надо губки красить. Нужно глаза красивые сделать, ресницы накрасить и губки накрасить. Это Алиса будет делать. Да. Да, Алиса девочка, Алиса умеет губки красить принцессе и ресницы красить, да? Я сама! Так, аккуратненько. Ну-ка, Алиса, размазывай, губки красить. Смотри! Сейчас посмотрим, какие губки получились. Так, ну вот, только маленькое там еще подтереть нужно, чтобы красиво было. Что там осталось еще сделать? Так, можно стол рассыпать, можно? Не, на стол не надо рассыпать, оно же потом пригодится еще. Может быть, пригодится. Поэтому пускай он лежит, это запасной песок. Положи его, рассыпать не надо. Так, что там дальше вы делаете? Будь здорова! Будь здорова! Красота получается, да? Да, 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 да! Ну, молодцы! Ну-ка, показывай, Егор, что получается. Еще крылья надо. Что еще надо? Да делать крылья. Крылья? А фея летает, что ли? Она летучая фея получается? Да. И они бывают бабочками. Феи бывают бабочками? Да. Это так бабочки летают, да? Да. Fly, fly, fly? Да, как бабочки. Fly, 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 fly. Fly, fly, fly. Понятно. Ты у нас англичанка, короче, да, Алиса? Да. Ну что там еще осталось у вас? Одно крылья. Одно крылья? Одно крыло, наверное. Или два крыла. Фея на одном крыле это не смогла. Но фея-то на одном крыле не сможет летать. А мы первое крыло уже сделали. А, вы одно крыло уже сделали? Ну, тогда понятно. Давайте делайте для феи второе крыло, чтобы она летать. Fly, fly, fly. Сумела, да? И они могут летать. Fly, 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 fly. Fly, fly, fly? Да, вот так. Fly, 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 fly. Ну, ясно. Я не помогу. Немножко добавить глазику. Глазику? Ну да. Помоги. Глазику добавить немножечко. Вот это. Да, еще. Еще один. Не надо, не надо. Все? Нет. Нет. А что еще там осталось? Еще осталось? Бабочка еще осталась? Да, белого тут нету. Белого нету? Есть! Ну вот, пошла. Белый как по-английски цвет? Забыла, что ли? Белый. Белый. Вай! Ты молодец! Что-то ты долго думала. Ну давай, Алиса бабочек сейчас будет делать, да? Да, белый. Вай! А там еще какие-то ободки на крыльях. Это что такое? Это называется Ашака-Сакали. Это что такое? Что за заклинание такое? Ашака-Сакали. Ничего себе, это заклинания какие получились. Красота какая получается. А крыло-то одно еще не сделали? Да, оно будет белым. Нет, крыло-то должно быть какого там, синего или зеленого цвета? Нет, синего. Синего? Вот, зеленый. Ну как одно крыло, так и другое должно быть. Вот зеленые киноняне. А бабки должны быть белыми. Белым? Да.
Бабочки должны быть белыми, да? Да. Ну ладно. Они будут очень красивые. Бабочки вот эти белые. Очень-очень красивые, да? Да, они мне очень нравятся. Вот эти. Ну хорошо. У нас остались три песка. Три песка? Да, один, два, три. Один, два, три? Да. Ну ясно. Белые должны быть бабочки. Да. Да. Белые бабочки будут? Да. Я буду их насыпать. Ну там аккуратненько нужно насыпать. Я сама. Ты будешь размазывать их, да? Да. Пальчиком. У тебя пальчики маленькие, как раз под размер бабочек. Бабочек. Да, и Алиса будет песок на бабочках размазывать, да? Ну все, да. Давай, помогай Егору. О, это самая большая бабочка. Самая большая. О, красота какая получается, да? Все? Да. Так, что там получилось? Крыло еще одно остается, да? Да! Оно будет зеленым. Ну, а какое одно там крыло у вас? Какого цвета? Зеленого? Голубого. А зеленого нету. Нет, ободок у крыла получается у вас голубой, а крыло зеленое, да? Ну что там осталось еще? Крыло, да? Да! Ну давайте крыло делайте. Она зеленая будет. Пап, сейчас мы закрутим фея Дин-Дин, а потом бабочку. Фея Дин-Дин? Да. А потом бабочку? Бабочку. Так бабочек вы уже сделали. Нет. Как это нет? Только что делали бабочек. Нет, мам сказала нет, не делали. Нет, не делали? Нет. Ну ладно. А, это другая картина бабочка? Да. И другая, и вторая. Ну ладно, конечно. Фею сделайте, потом будете делать другую картину. Да, это фея Дин-Дин мы сейчас... Да, фею Дин-Дин вы сейчас сделаете, в рамку вставите. Да. А потом будете делать бабочек. Да. Да. Дед Мороз уже пьет. Дед Мороз придет? Пьет. Пьет? Да. Что там Дед Мороз пьет? Воды. А, воды? Да. Ну, ясно. Воды пускай пьет Дед Мороз. Он любит ножки. Ну, жарко Дед Морозу. Он тает, наверное, уже начал, да? Не тает. Не тает? Не, он просто игрушечный. А, игрушечный. Да. Ну, ясно. А он тает. Что тает? А он тает в мультике, как я смотрю. А, в мультике тает? Да. Олаф? Да. Понятно. Олаф это кто такой? Мультик. Мальчик. Мальчик? Да. Он что, из снега что ли? Да. Это такой мультик есть, Олаф? Да. И Анна. И Анна? А Анна это кто такая? Анна. Из холодного сердца. Из холодного сердца. А, это из холодного сердца. Понятно. Это называется жмочка еще Эльза. Эльза? Да. Да, я такие мультики, конечно, не знаю. Эльза, мультик «Холодное сердце». А, ну теперь все понятно. Мультик «Холодное сердце» и Эльза там есть такая, да? Кристоф еще мальчик из «Холодного сердца». И Кристоф мальчик из «Холодного сердца»? Да. Ну здорово, сколько там героев. Помогай Егору, помогай вон крылышко делать, феи. Молодец. Так, все. Ну и что, картина-то готова уже? Нет. Ну-ка посмотрите внимательно. А чего? А что там еще не готово? Нос. Нос еще остался? Да. Нос у нас не готов.
Нос не готов? Нет, белый. Белый нос? Нет, глаза! А, вы глаза подводите? Так, нос. Марафет феи наводите? Да. Нет. Маникюр? Да. Стилисты вы, короче, сейчас с Егором, да? Да, тоже стилистами. Хочешь быть стилистами? Да. Ну, будешь, значит, стилистами. Вот учись фею пока разукрашивать. Потом будешь куклу разукрашивать. Готово? Да. Ну-ка, давай, показывай. Поворачивай сюда. Так. И Алиса сама показывает. Ну-ка. Красота какая. Какая красота. Ну, теперь эту картинку нужно в рамочку сделать, да? Ой! Давайте будем в рамочку делать картинку. Где рамочка у нас? Ну-ка, показывай. Рамочка где? Рамочка? Вот! Вот, ну давайте в рамочку будем делать. Так, ну что, вставили наконец-то в рамочку? Да! Ну показывай, Егор, что получилось. Давайте посмотрим. Может... Какая красивая картина получилась. Как картина называется? Фея-динь-динь? Да! Здорово! Давайте еще раз посмотрим на эту фею. Красивая картина из песка получилась, которая называется Фея-динь-динь. Папочка, смотри, как я умею. Ну-ка покажи. Вот молодец! Ну что, будем прощаться, да? С пока, вами, пока. С вами были... С вами был Егор и... Алиса! Алиса! Пока, всем пока-пока!